Слава Украине, ребята! Героям слава и привет от Полонского. Ребята, хорошие новости из Харьковской области. Точнее, из самого практически Харькова. Мы помним, что очень долгое время расисты практически окружили Харьков со всех сторон. Потом отодвинули их. По крайней мере, не то чтобы отодвинули, но, скажем так, западную, с запада Харьков был избавлен от этой полублокады полностью избавлен с западной стороны. А теперь, но с востока все равно враг стоял на окружной дороге. Кто помнит, а многие помнят, что они, они лазили по окружной дороге, и это было, наверное, с месяц, если не больше. Да. Так вот сейчас, ребятки, э, освобождена практически территория километров уже, наверное, на 5 за окружную дорогу полностью, если не больше. Значит, смотрите, освобож... освобождено. У нас сейчас видео можно зайти посмотреть прямо из села Момотова. Пожалуйста, ссылочка снизу на наш телеграм-канал, видео от бойцов. Освобождено Момотова, освобождена Кутузовка, Лесное, Руська-Лозова, ранее Циркуны. Таким образом, вот с этих всех сел по Харькову лупили просто из минометов. Просто ввиду того, что близко, близко, там буквально 3 километра, 2 километра до домов харьковских. И можно было, в, я не знаю, в той же Кутузовске ставить миномет и фигачить, что они и делали. И фигачить по Харькову. Что они и делали. Русская Лозова то же самое. Оттуда били постоянно. Циркуны то же самое. Ребята, все, это закончилось. Мы их оттуда выгнали, выгнали окончательно, выгнали бесповоротно. Такое, знаете, может быть медленное, но четкое, уверенное наступление вооруженных сил Украины продолжается. Отодвигаем все дальше и дальше противника от Харькова, вытесняем его в сторону российской границы. Все будет Украина. Слава Украине!